Чат, если вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Вот это что такое? О, погнались там зомбаки за кем-то. Не понял, блядь. Тагилыч, ты чё тут делаешь? Тагила? Тагила с косой. А чё он на лабе забыл? Или он зомби? А, он зомби, походу. Блять, не стреляй, заебал. Зомби, не надо. Сорвал его, нет? Да, там еще есть, походу, чел, да? Но туда зомби, кстати, не идут. Там баг. Нормально мне, кстати... Мне, кстати, зомби... В голову... Ёти, тут банда сидит. Вы чё тут лутаетесь, что ли? Алё. Они лутаются, чё? Нормальные вообще? Тут, блин, зомби-апокалипсис, алло. ПС, конечно, прям плохенько. Да, вон он. Прячется там дурачок. Тьфу. Не стреляй. А чё, дверь шире не открывается? Только так? А! Как ты меня убил? Шея? Горло. Ну, конечно же, горло. Куда же, блядь, ещё ты мне попадёшь? Сука. Пулей, блядь. Пулей в горло. Серьёзно? А они дверь не могли, чтобы она пошире открывалась? Чтоб я туда мог гранату закинуть, блядь, внутрь. Сука. Ладно. Как насчет калаша с ГПшкой? Ой. Это где я? Я даже не помню, куда идти-то, бля. Туда? Блять, не туда, да? Не помню, чат. О, туда, походу. Мне кажется, я не туда пошел.
Блять. Плохо, как 545 ошибка, чат. Настолько ошибка, да? Извините. Нога еще забаговалась для полного счастья. Айс. Этого я взорвал ГПшкой. Епона мать. Вы что творите? Вы что творите, уроды? Почему дверь только так открывается? Почему дверь, блядь, только так открывается, БСГ? Как рашить типов, которые здесь сидят? Так. Ну и чё тут налутали, блин? 62-е уровни в комнате прячутся. Да. Кстати, вот же тут еще один. Закинули, я тебе сразу говорю. Пиздец. Так. Тоже сайга. Угу. Наверное, тиммейт их, кстати. Путешественник? Что это за ачивка? Я на лабе не был, наверное, ни разу просто за этот год. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Айс. Там уже пошла война с сайги, походу. Чего, он живой остался? Кого своего, блядь? Блядь. Ага, тут сидит еще один. Что-то тоже эти патроны не берут их нихера. О, игра свернулась, ёб твою мать. Надо мной кто-то?
походу реально пулемет брать. Но их не берут, патроны нормальные. Понял. А чё, он мёртвый? Блять! Беззвучный зомби! Еще звуков нет. Так, это что за 51 уровень? Угу. Здесь сидят в комнатке. Все закрыто. Блин, я бы пластины у него еще взял, конечно. Но вот куда их пихать? У меня, кстати, Хеклер почти убился вообще за вот эту катку. За столько отстреляно магазинов он уже, в принципе, в херовом состоянии. Я, наверное, брать его не буду. Возьму, наверное, вот так. Угу. Один лежит. Смосинки убили, типа. Опять сайга, кстати. Ставим тут подарок типам, которые придут лутаться. ВПОха, ёшкин кот. Раз, два, три, четыре, пять. Тогда я пять успел убить. Вот ваши френдли, типы. И повезло, что у меня дробовик, чел. Сейчас я подхилюсь, приду к тебе. Давай, мужики, давай. Блять, патроны! Зомби не надо. Не чич. О, слева еще. У-у-у, понятненько. Но там хакашечка сидит. Там все нормально, у типа.
Слышь, псина. Так. И второй там же справа в комнате. Не-не-не-не-не-не. Что, ты можешь патроны перезарядишь-то мне? А, блять, зомби, ты что делаешь? Ты где чел? Может, я взорвал его? Блять. Нет. Где пулемет? Тут где-то пулемет должен быть. А, я взорвал его, что ли? Я его взорвал, походу. Я его Вогой взорвал. Ладно, хорошо, взорвал Вогой. А где... пулемет? Пулик же должен быть где-то у типа. Надо, знаете, что сделать? Надо вот с этого жулика взять разгруз. Вот тоже лента от пулемета. Успокоились там. Так. Пулик на длине слева под стеной. Хорошо, сейчас посмотрим. Вот он, ёптать. Никаких слева под стеной. Ну, либо там еще один вы увидели, я не знаю. Вот там по лесенке поднимается к нам, слышите? Так, пулик сюда. Ленту. Да. Спокойно. Так, хилки. Памс, памс, памс. Это надо успеть прям сделать вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Ёпта. Ну вот это скриншот на новый видосик чё-то. Не было бы еще заражения. Немножечко, блядь, постреляли мы тут что-то. Тут РПДха еще лежит.
почти как хоррор. Блять. Они еще беззвучно двигаются, зараза. При хоррор, блин. 10 тысяч опыта. Так, раз, два, три чевика. И 74 зомби. 389 попаданий. 12 тысяч урон нанесенный по телу. Ух, немножечко постреляли. Опа, блядь. Ай, сука! Мочи ублюдков. Ой, как ты лагаешь! Подо мной, да, еще один? Вот там чел с эмкой. О чем я? Мы в дерьме. Мы Дальнюю. В дерьме. Хорошую. Хорошая пошла, чат. Заряжай. Блять. Ёбаный зомби. Все испортил. Они убили его, блядь. Туда, блин. Каждый выстрел зомби, они попадают по мне. Нормально, все? Точно зомби? Не олимпийские стрелки, бля. Что я вам говорю, чат? Каждый выстрел попадания от зомбака. Нормально? Где ты, где ты, где ты? О, вот что нам надо. Игра говна, никнейм у типа. Вот так вот. Не понравилось, то есть. На матч. Дезинтегрировал тело, блядь. Тихо, тихо, тихо. Так, так не надо. Где он? В комнатке спрятался. Я его взорвал. Ну а чё вы, ребятишки, бля?
Пойдем заминируем вход. Блять, бегут. Комнате сидел еще один. Блять. А я ж туда ГПшку давал. А он, наверное, прям в дальней комнате сидел, да, в этой, в квестовой. Ёпта. Телемон 5 уровня. Правая рука, плечо. Блять, чат. Победил меня скилловик. Каска килы. Сдох вроде бы. И второй сдох. Найс. Реализовали ГПшку. Здесь по-другому никак. Так. Кто, кто, где? О, еще один алтынчик. Надо выносить. Тоже на рипчиках, да? Угу. Ну, рипов принесли, ребят, пойдет. Шестьдесят третий. Кумулятивного действия. Тихо, тихо, блядь. Нет, внутри чел, скорее всего, нету. Но на лестнице точно есть чел. И он сейчас разлутывает своего друга. Опа, два типа у нас, блядь. Спокойно. Это один чел. Блять, зомби сейчас мою растяжку снимут. Там дробовик на металле. Так, зомби, рашьте его, пожалуйста. Как меня рашили на лестнице, я-то здесь при чем? Ёптать, какие тут патроны вкусные, оказывается. Кто? Апехи, ебутся ты. Бля. Там какой-то челик говорит. Да ладно! Это что такое было? Какая сволочь стреляла! Голова шея. Читак походу, да? Хотя может и нет.
Хотя это, скорее всего... Блять, а может и нет? Ну как мне в шею-то ты попал? Одной тычкой, чел. Набегу. Дешевым патроном. Чиф, блин. Идите, я там двоих, кстати, взорвал на лестнице только что. Чел, ну какая голова шеи одной тычкой? Ну ты чего, блин? Давайте, ребятишки, все в кучу становитесь. Они там разговаривают, блядь, знакомятся. Лобное место, блин. Самая красивая пара на проекте. Давайте, блядь, идите квест делайте. Сейчас просто пойду их рашат, меня убьют в спину типы, которые там с М-кой, с МП-ди... с этой, с П-90. Давайте, давайте, ребятишки. Штурмуйте. Да, вот это пиздец, конечно. Там еще чувака в комнате. В какой комнате? Чья, блядь, персональная граната? Я не попал. Один сдох. Ну ёбаный рот. Тихо-тихо, чё-то они не знают. Давай, дружи. Он знает про я меня? Я не слышу. Я, говорит, не стреляю. Ну вы по нам отстреливайтесь. Давай, ну мы выходим тогда. Выходите, выходите. Мы мирно, мирно. Зомби. Ёб твою мать. Что, блядь? Хорошая хае. Что, блять? Да за что? Ой, чат. А вот и стреляешь. При том, при всем при этом, вот там еще, скорее всего, сидят типы у нас внутри. Вот один труп лежит нелутанный. И, скорее всего, там есть еще. Подожди, а что тут у меня хае зашла сюда? Ууу!
Хорошее залетело, получается. Поехали. Так, раз, два, три, четыре. Dead Knight. В голову гранатой получил. Блин, ну что-то многовато вас, товарищи зомби. Ай-яй-яй-яй! Спокойно. Попал, да, сучка, по голове? Или, ты, или мне чел попал? Чел вроде попал, ладно. Пиц, у меня там 20 миллионов зомби, тут чел стоит спокойненько, без одного зомбака вообще, что? Это что такое? Не-не-не-не-не! Хорошая зашла. США? Что это за звук? А что такое? Не стреляй! В смысле, не стрелять. Так. Ой, этому походу хае зашла. Я какой сидит. Что тебя убило? Настя. Найс. Но тут уже все патроны попрятаны. Попал, да? Ух, вроде не попал. Не понял. Где дробаш?
Ух. Что там у тебя за патроны такие? Армагеддоны, что ли? Гляньте на мое хп. Опа, у меня чел. С пулеметом, блять. Это вроде бодрый был чел. Хотя нет, не особо бодрый. Очень подло будет, если сказать, что ты мирный, зайти к ним и зажать. Не, я никогда не говорю, что я мирный. То, что там типы мне кричат, это уже их проблема. В целом можно, почему нет? Это же геймплей, часть геймплея. Почему ты не можешь обмануть, типа? То есть сидеть в крысу в кустах на выходе — это геймплей? Сказать типу, что ты мирный, а потом его убить в затылок — это не геймплей, да? Это тоже часть геймплея, вполне себе реалистичная даже. Вроде бы чисто. Это что у него такое с дробовиком? РПДН. Что с чат? Ладно. Ништяк сегодня посидели. Надеюсь, хорошо провели время, выходные. Те, кто пропустил, посмотрите потом на ролики. Поглядите. А я пошел кушать, отдыхать и монтировать ролик потом. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.